Вот это новое выброшенное окошко, мы ее кастрировали. Ну, естественно, забрали. Таких я забираю, хотя у меня уже не лезет никуда. Я вижу, что у нее клещ. Она дикая, но так можно ее потрогать. Ну, не бойся. Молодая кукушка, вот куда мне их девать? Эти кошки, они меня уже, может быть, переживут, они умрут раньше, чем я. Я сначала не поняла, что у нее мама морда такая скукоженная вся, как у сфинкса. А сейчас я вижу, что это у нее просто клещ. Ну, это не страшно, это я ее вылечу, просто зачем она мне нужна? Сейчас такое количество же животных, и все выбрасываешь. Масюленьких можно усыплять, заздать, но, правда, это очень дорого стоит. Но взрослых уже нельзя, все. Это бизнес. Причем это только в нашем месте, в других местах уже нельзя маленьких усыплять. Никто не будет. И вот эти мамалютки просто обречены подыхать на улицах.